сожалению, ограбления и другие преступления с применением холодного оружия стали суровой реальностью. 5 июня 2013 года мужчина по фамилии Лю, после того, как его заметили в продаже краденого телефона, ударил ножом трех человек, двое из которых погибли, один был ранен. 1 марта 2014 года на железнодорожном вокзале Кунмина 8 преступников устроили резню невинных. Погиб 31 человек, 141 был ранен. Если однажды подобное случится с вами, как спастись от опасности? В сегодняшнем выпуске Масю Ихао и Ван Зин раскроют вам секрет спасения от ножа. Цао Шутао – спортсмен рукопашного боя. Он 5 лет занимался ушу и 3 года саньда. В 2015 году он стал чемпионом пекинского межвузовского соревнования по кунг-фу в категории 60. Как среагирует боец рукопашного боя при виде бандита с ножом? Чтобы проверить первую реакцию Цао Шутао в опасной ситуации, Масю Ихао будет играть роль бандита с ножом. Вдруг начнет атаку. Да-да, вот здесь. Приехали. Скоро увидимся. Тот в черной одежде, да? Ты сказала, что он крутой. Это только на словах. Я проверю. Будь осторожен. Чтобы предотвратить травмы во время самообороны, Масю Ихао надел защитную экипировку. Как же поведет себя ничего не сведущий Цао Шутао в отношении острого ножа? Давай деньги. Не бей меня. Не бей. Идет запись. Мы просто хотели попробовать, готов ли ты обороняться. Коллега. Да. Ну что, Масю Ихао, сдаешься? Сдаюсь. В 2-3 приема тебя на землю положили. Сможешь здесь воспроизвести? Воспроизвести, да. Да. Ладно, без проблем. Давай деньги. Зачем? Считанные секунды пнул ногой на земле. Очень быстро. При виде ножа Цао Шутао сначала сделал шаг назад, увеличив расстояние, чтобы уйти от ножа. А потом использовал прием ударов ногами в ушу и саньда. Пнул руку Масю Ихао, и нож вылетел у него из рук. Затем повернулся и сбоку совершил удар ногой по Масю Ихао, и тот упал на землю. Итак, можно ли назвать эти несколько приемов Цао Шутао самым эффективным методом против бандита с ножом? Цао, ты только что показал несколько приемов. Не мог бы ты и нас им научить? Да. Сейчас научу вас. Мы сможем научиться? Не зная зов, тоже можно научиться? Можно. Давайте. Нога вперед, всей ступней стоим на земле, у другой ноги носок касается земли. Пятка слегка приподнята, обе ноги слегка согнуты и тренируем шаг. Смогут ли занимавшиеся танцами Ван Зин и занимавшийся ушу могут быстро научиться приемам Цао Шутао и использовать их для обороны против бандита с ножом? Когда я атаковал его, я использовал прием удар ногой. В качестве опоры используется передняя нога. Затем нужно поднять колено, прижать, потом за бедром вести голень и сделать прием. Бедро ведет голень ведет бедро. Да. То есть всем телом нужно броситься. Да, следующее движение – выброс ноги на повороте. Сначала делаем шаг сзади, затем поднимаем колено. Какое сложное движение. Очень сложно удержать равновесие. Это как в фильмах выглядит. Очень круто. Да. Масю Ихао и Ван Зин хотят научиться приемам самообороны, но это не так-то просто. Первый, затем второй. Третий шаг. Поворот, удар ногой, вот так. Вот так, потом. Нет, не так. Мне кажется, у тебя не получится. У тебя беда с равновесием. Давай ты тогда, не так-то и легко этому научиться. Давай, раз. Приготовились? Раз, два. Раз, два. Если не смотреть, то непонятно. Три. Да, сейчас пошел. Почему же Масю Ихао и Ван Зин не могут овладеть несколькими с виду простыми движениями?
Хотя мы вроде научились этому приему, но расстоянием овладеть очень сложно, включая точность. К тому же, насколько сильно может пнуть девушка. Эффективно ударить невозможно, верно? Да-да. Это ты точно подметил. К тому же я обнаружила самую важную проблему. Он специалист по ушу. Да. Много лет тренировался. 4 года занимался, да? Например, чтобы таким, как мы, натренироваться до вашего уровня и побороть бандита, сколько нужно времени? Я думаю, не меньше года. Целый год. Не пойдет, нет. Поэтому это не самый эффективный способ для обычного человека. Можно сказать, что для спортсмена Цао Шутао это очень простые движения. Но для обычного человека научиться этому непросто. Так как Ван Дзин и Ма Сюй Хао не проходили специальную подготовку, эти движения дались им нелегко. К тому же, научившись основам, невозможно контролировать точность и силу. Тан Фань Юн – ответственное лицо Международной Федерации Крафмага в Китае. 5 лет занимается и преподает эту борьбу. Подойдет ли его метод при борьбе с бандитами для простого человека? Ма Сюй Хао надел защитную надежду и приготовился провести опыт внезапного нападения на Тан Фань Юна. Вот он, пришел, в зеленой одежде. В зеленой одежде? Иди. Такой низкий рост, не выйдет. Да ладно тебе, давай-ка, будь осторожен. В этот момент идущий по улице Тан Фань Юн совсем ничего не знает. Какая у него будет реакция при внезапном появлении Ма Сюй Хао? Не бей, не бей, идет запись! С тобой все в порядке? Не бей, запись идет! Вставай! Это мой коллега. Ты это зачем? Мы вас проверяем. Хотим посмотреть вашу способность к самообороне. При виде внезапной атаки Ма Сюй Хао, Тан Фань Юн быстро прижал его к земле с помощью приемов крафмага. Сможет ли быстро овладеть вот такими оперативными приемами простой человек? Очень круто, очень круто. Это и есть крафмага. И правда, очень круто. Серьезно? Давайте пойдем к вам и поучимся у вас. Ладно, сначала отдохни. Ван Дзин и Ма Сюй Хао пришли в центр крафмага разузнать обстановку. Раз, раз, два, два. После атаки эта рука быстро хватает, и получается опора в 3 точках. В зависимости от инструмента атаки, в крафмага есть разные способы самообороны. А Ма Сюй Хао и Ван Дзин хотят научиться обороне от режущих предметов. Каким же способом воспользовался Тан Фань Юн, чтобы свалить Ма Сюй Хао на землю? Ма Сюй Хао надел полный комплект защитной экипировки, чтобы гарантировать безопасность. Давайте еще раз прогоним, как это было, хорошо? Хорошо. Еще раз посмотрим. Хорошо. Я совсем не могу двигаться. При виде ножа в руках Ма Сюй Хао, Тан Фань Юн сначала заблокировал его левой рукой, потом рукой ударил Ма Сюй Хао по лицу. Одновременно ногой атаковал пах, в конце с помощью техники болевых захватов повалил его на землю. Ну как? Как ощущение? Очень круто, очень быстро. Ощущение, что он все делал очень быстро. Можно ли нас научить? Мы бы научились тому, что подходит для простых людей. Без проблем. Поехали. Ван Дзин и Ма Сюй Хао приготовились научиться этим приемам обороны. Смогут ли они быстро научиться? Давай деньги! Неправильно! Только было так? Я совсем ничего не разглядел. Это разные техники. Обычного человека мы учим техники личной самообороны. Разная техника для разных людей. Да-да. Поэтому мы будем учить то, что только что вы показали. Ударили и побежали. Да. Гражданская оборона отличается от полицейской. В полицейской крафмага главное контроль. Поэтому, избегая травмы от бандитов, нужно бить по суставам, чтобы взять контроль над бандитом. А в гражданской крафмага главное убежать. При атаке бандита нужно быстро сделать блок рукой, чтобы избежать ранения ножом. В то же время ладонью или кулаком ударить по переносице врага, затем пнуть его в пах, чтобы он временно потерял способность к атаке и быстро бежать.
Легче ли овладеть такой техникой самообороны для простого человека? Если ей овладеть, можно ли успешно спастись от ножа? У вас этот нож? Нет, одной рукой блокирует. Блокирую. Нужно атаковать лицо и бить в пах. А потом бежать? Хорошо, потом быстро бежать. Приготовились, начали! Для Масио Хао, который владеет ушу, эти несколько приемов не так сложны. А как же быть Ван Зин? Очень хорошо, уже очень хорошо. В этот раз Масио Хао и Ван Зин почувствовали, что научиться гражданской обороне Крав Мага намного проще. После нескольких тренировок в борьбе с тренером Таном они с легкостью выполнили приемы. То есть, если обучиться этим нескольким приемам, можно справиться с бандитом? Нельзя сказать эффективно. Почему? Потому что только что было известно, когда он будет атаковать и как. Выучил этот прием, выполнил его и все. Это совсем не значит, что, увидев бандита... В реальности? Да, получится сделать, потому что все будет известно, верно? Да. В нашей борьбе у нас есть специальный стресс-тест, который максимально имитирует реальную обстановку. Стресс-тест? Можно попробовать? Что это такое? Можно, без проблем. Стресс-тест – это интенсивная тренировка в течение короткого времени, когда пульс повышается до 160 ударов в минуту. Можно максимально сымитировать стрессовое состояние при нападении бандита. Масио Хао, считавший, что хорошо владел азами, решил попробовать этот стресс-тест. Он решил в состоянии напряженного сердцебиения и дыхания еще раз пройти тест самообороны с тренером Таном. Так, скорее, скорее, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Так, 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 да, да. Скорее, 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 скорее. Давай, давай, скорее, 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 скорее. Скорее, скорее, давай, давай, давай. Стоп, закрой глаза. Ты должен закрыть глаза. Получив сигнал, нужно быстро открыть глаза и выполнить прием, чтобы смоделировать реальную реакцию в случае нападения. Немного. Немного есть ощущение. Не смог блокировать. Ты не открыл глаза, ты закрыл глаза и делал на ощупь. Ты должен открыть глаза, чтобы видеть, что делает враг. Знаешь, какое у меня чувство? Страх. Страх? Закрыв глаза, я почувствовал, что он идет на меня. Я стал бояться. Даже если бы не повышался пульс, у меня и так сердце сильно стало биться. А ты смог вспомнить, что нужно делать? Не смог, все забыл. Когда люди закрывают глаза за незнание обстановки вокруг, они могут невольно заволноваться. Из-за волнения Масио Хао, еще не открыв глаза, заторопился сделать прием. В результате он не смог сделать прием самообороны. Видно, что при виде бандита из-за огромного стресса движения человека могут сильно измениться. Какая же будет реакция при виде бандита у Ван Зин, которая тоже считает, что овладела приемами? Скорее, скорее, скорее. Пошла, 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 пошла. Окей, следующая трусца. Скорей, скорей, скорей. Скорей, 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 скорей. Закрой глаза. Открывай, окей. Сделала лучше тебя. И правда лучше меня. Лучше тебя. И правда лучше. Очень хорошо. В чем хорошо? В этот раз очень круто. Правда? Сразу видно. Я очень боялась, потому что он ударил меня. Я открыла глаза, увидела нож, потом не пнула тебя. Не пнула, но сделала очень хорошо, потому что я сделал шаг назад. Те же самые движения Ван Зин выполнила лучше, чем Масио и Хао. Во время стресс-теста ее движения не изменились. Значит ли это, что в реальной жизни, если наткнуться на бандита с ножом, Ван Зин сможет спастись? Ну как? Сюй Хао, Крав Мага очень полезна. За такой короткий срок мы научились приемам самообороны. Нет, я так не думаю. Смотри, непонятно, какая будет ситуация, обстановка при встрече с бандитом. Непонятно, кто он, как будет атаковать. Хорошо, мы только провели вот такой стресс-тест. Но а среда, верно? У нас тут тренировочный зал, а если все это будет в реальной среде, ничего не получится. То есть в реальности что делать, если на нас так ужасно нападут? Поэтому я и сомневаюсь. Ну и что делать? Мы ведь не можем пробовать с настоящим ножом и пистолетом. У меня есть способ. Какой?
Пока не буду тебе говорить, это секрет. Масио Ихао пригласил 40 студентов Университета общественной безопасности, чтобы провести финальное испытание. Ребята, спасибо за участие в нашей передаче. Мы хотим протестировать самооборону. Как нам обороняться в случае нападения бандита с ножом? Сейчас нам понадобится, чтобы все заняли свои позиции. Кто-то играет бандита, кто-то пешехода. Сейчас распределим роли. Хорошо? Все понятно? Да. Хорошо. В финальном испытании Масио Ихао выберет вход в банк, темную лестницу, узкий пролет в здании и маленькую площадь. А Ван Зин пойдет по маршруту. Она только что обошла поставленных мной людей. Это правильно, правильно. Бдительная Ван Цин волнуется, что бандит внезапно нападет, и она искусно обошла скопление людей. А Масио Хао на самом деле вовсе не ставил бандита в эту толпу. Опасность по-прежнему есть. Далее Ван Цин должна пойти на темную лестницу. Кажется, за мной идут. Скрыться от риска – основа крафмага. При виде опасной обстановки или подозрительных людей – обход – самый лучший выход. Никого нету. Как же я испугалась. Оператор неосторожно наткнулся на что-то, и Ван Зин испугалась. Как же я испугалась. Она правильно выполнила прием блокировки. Это сделала, потом пнула, но не смогла быстро убежать, остановилась. Она уже забыла, что еще, что нужно делать. Да, она интуитивно подставила руку, чтобы заблокировать. Я не знала, что это он. Я думала, что тот, что наверху, когда я была на втором этаже, там твой человек. Дай посмотреть, он ударил тебя? Ударил? Да, конечно же, потому что я не ожидала, что у него нож. Ударил, ударил, два или три раза, не меньше двух. Хватит и одного раза. Не меньше двух раз. Это и есть место происшествия, верно? Да, только что я и правда не ожидала. Сверху пришла, меня и преследовали, и в маске был человек. Я была очень осторожна. А как я пришла сюда, увидела много людей, и мне стало спокойнее. В общем, я успокоилась. Моделирование реальной обстановки заставило Ван Зин сильно волноваться. Проходя через вход в банк, темную лестницу и узкий коридор, она осторожно обошла возможные опасные места. Но на последнем этапе на маленькой площади, когда не настоящий бандит вдруг напал на нее, она была застигнута врасплох.
Хотя она выполнила приемы самообороны, действия были беспорядочны. Кроме того, после ответного удара она не смогла быстро убежать, поэтому в итоге получила 2 ранения. Будь это настоящий нож, Ван Цзин, возможно, получила бы серьезную травму. Может, Ма Сюй Хао, будучи мужчиной, более хладнокровно использует оборонительную технику крав-мага и выступит лучше? Ван Цзин тоже собирается устроить ему тест на самооборону. Итак, я сейчас среди вас выберу несколько человек. Пойдете со мной. Кого я не позвала, тот останется в углу. Потом организуем всем место, где стоять, и будете играть в прохожих. Хорошо? В тесте для Ма Сюй Хао Ван Цзин выбрала лестницу и узкий переулок. Сложность сильно повысилась. Это также неизвестное место, неизвестные люди, неизвестное количество атак. Как покажет себя Ма Сюй Хао в этом эксперименте? Ма Сюй Хао выбрал, по его мнению, относительно безопасную сторону. Оказавшись в этой шкуре, немного заволновался, потому что действительно не знаешь, откуда появится. Ты что? Ты что, хочешь покончить с собой? Нет, я просто хочу побыть один. Откуда еще? Пойдем есть. Ладно. Ничего. Как же я испугался. Интересно, еще и такое придумали. Из-за угла резко выпрыгнул бандит и атаковал Ма Сюй Хао. Он немного растерялся. Хотя Ма Сюй Хао использовал изученные приемы и блокировал его, но ножа избежать не удалось. Ударили ножом. Он блокировал и толкнул. Но он только толкнул, не убежал. Не пнул и не смог быстро пнуть слабые места врага. Какая впереди ждет засада? Сможет ли он обороняться? Этот угол мне кажется очень опасным. Я думаю, она там поставила человека. В узком проходе одновременно налетели 2 человека. Ма Сюй Хао был вынужден идти вперед. Как же страшно. В таком узком пространстве могут прятаться люди. Но он идет так, чтобы не рисковать. Он внимательно наблюдает за окружающей обстановкой. После одной атаки он стал намного бдительнее. Другой человек внезапно выпрыгнул и атаковал Ма Сюй Хао. Хотя он использовал тот же прием для блокировки, его снова ударили ножом. Снова ударили. Ван Цзин, какая же ты жестокая. Думаю, дальше будет еще. Перед Ма Сюй Хао есть еще один узкий проход и лестница. Будет ли еще одна атака? Ощущение, что эти двое впереди не очень дружелюбны. Ван Цзин, сложную ты мне устроила задачу. Спущусь с лестницы и все. Наверное, больше нет бандитов. Эй, красавчик, когда закончится наша съемка? Как раз когда Ма Сюй Хао расслабил бдительность, заговоривший с ним человек атаковал его. Здесь ранение, и здесь тоже. А внизу еще будет? Ван Цзин, какая же ты жестокая. Здесь еще кто-нибудь будет? Ма Сюй Хао, получивший несколько ножевых ранений, наконец дошел до финиша. Наверное, это конец.
Всего раз, два, три. Три ножевых ранения. Ван Дин, ну и жестокая же ты. Три человека, три ранения. Ну как? Ты мне троих человек подстроила. Да, я наверху через камеру наблюдения видела. Ты был напуган, правда? Да. Действительно, эти три раза были слишком близко и немного внезапно. В реальности такое вряд ли возможно, понимаешь? Немного похоже на убийство, умышленное убийство. Но как думаешь, изученные нами приемы полезны или нет? На самом деле есть определенная польза, но мы тренировались слишком мало, поэтому нужно постоянно тренироваться. Движения не закреплены. Хотя я сделал прием. Некоторые вещи сделал не до конца, поэтому он ударил меня. Благодаря финальному эксперименту Ма Сюйхао и Ван Зин обнаружили, что самое главное в самообороне – это уметь избежать риска. Столкнувшись с опасной обстановкой и подозрительными людьми, обход, как это сделала Ван Зин, – самый лучший выбор. Кроме того, овладеть навыками самообороны совсем не сложно. Но в реальной обстановке угол движения, количество бандитов неизвестны. Жертва также из-за стресса и других причин может действовать беспорядочно, не сможет вести себя спокойно и в итоге, возможно, травма. Поэтому овладеть самообороной через несколько тренировок не получится. Ван Дин, смотри, в этом выпуске мы научились многим приемам обороны. Ты думаешь, техника самообороны полезна для борьбы с бандитом с ножом? Полезна. Но мне кажется, что во время учебы ощущение одно. Но если применить, например, такое смоделированной обстановке или в реальности, будет другое ощущение. Когда бандит внезапно нападает, быстро принять оборонительные меры непросто. Нужно постоянно тренироваться, чтобы сформировать мышечную память, чтобы сформировать природный рефлекс. Только тогда можно будет принять меры безопасности. С Крав Мага то же самое, хотя она простая и эффективная. Тоже нужно постоянно тренироваться, чтобы сформировалась мышечная память и можно было использовать на практике. Кроме того, в этой технике есть методы, чтобы сократить время тренировки. Кроме бесконечных тренировок, все методы, которые мы изучаем, служат для одной цели – убежать. Побег нужен для того, чтобы предохранить себя. Да. В сегодняшнем выпуске Ма Сюйхао и Ван Зин провели эксперименты и попытались выяснить, как эффективно обороняться против бандита с ножом. Они обнаружили, что многие не обладают элементарным чувством самообороны. При виде ножа бросаются в борьбу, пытаются голыми руками отнять нож, а приемы, используемые в сандай полиции, подходят только для спецов и не подходят для простых людей. Техника самообороны из борьбы крав-мага более простая и практичная. Но если после одной-двух тренировок не удается справиться с атакой бандита, нужно неоднократно тренироваться и проходить стресс-тесты, закреплять приемы и формировать инстинктивные реакции, чтобы это помогло в решающий момент. В повседневной жизни нужно обязательно усиливать бдительность, больше наблюдать за окружающим, заранее избегать рисков, чтобы не попасть в опасность. Перед лицом бандита с ножом не надо поступаться жизнью из-за денег. Нужно помнить, что самое главное – это спасти жизнь. Самый лучший способ – это побег. Если нельзя убежать, нужно применить все эффективные меры, чтобы рассеять внимание бандита и найти возможность для побега. Будьте бдительны, спокойны, и тогда вы сможете спастись от ножа. Боритесь за себя мудро.